порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Легендарную композицию, посвященную Великой Победе, оркестр Росгвардии исполнил прямо под окнами ветерана. Акция оказалась сюрпризом не только для Михаила Тимофеевича, но и для его соседей, которые наблюдали за концертом и торжественным маршем прямо со своих балконов. Все вот собрались люди, да, и, конечно, с удовольствием слушают музыку, с одной стороны, и с другой стороны говорят: Михаил Тимофеевич, я в доме один участник войны, больше тут нет в этом доме. Говорят, что спасибо за то, что вы живете здесь с нами. А я говорю спасибо вам, что вы живете после того, когда мы старались сделать так, чтобы вы жили. Михаил Сидоров сражался в составе отряда особого назначения Первого Белорусского фронта. В 1945 году принимал участие в Советско-японской войне, после чего больше 30 лет посвятил службе во внутренних войсках. Это наш ветеран, ветеран управления Росгвардии по Курской области, который в юном возрасте прошел дорогами Великой Отечественной войны, воевал за нашу с вами свободу. Благодаря ему и его товарищам, благодаря нашим дедам и прадедам, мы жили, живем и будем жить. Спасибо им за это огромное.